Всем привет. Кандидат народные депутаты от партии «Слуга народа» Кучер Алексей. Я обращаюсь сейчас к сотрудникам Бургаза. Я знаю ваши проблемы. Я знаю, что манипулируют с выдачей лицензии. Я знаю, что вам не дают работать. Я очень хочу прийти и пообщаться к вам. Но мой политический оппонент Сергей Чернов вставляет палки в колеса и всячески препятствует этому. Ничего, вы можете сейчас обратиться и написать свои проблемы под этим постом, либо позвонить. И мои контакты есть сейчас в интернете везде. Я обязательно отвечу и отреагирую. Я уже веду переговоры с людьми, которые не хотят называть свои фамилии, которые прячутся, потому что их запугали. Но мы решим ваши проблемные вопросы. Больше манипуляций с лицензиями не будет. Вы будете работать и зарабатывать. Если у кого-то есть возможность организовать встречу с коллективами, то и кто-то может сделать это открыто, пожалуйста, обращайтесь, я тоже готов приехать и поговорить с вами. Наша партия, «Слуга народа», президент, все поменяет то, что было до этого.